Доброе утро, мои подписчики! Я вас всех приветствую на моем канале. Сейчас я готовлю печень куриная со сметаной. Добавила лавровый лист, соль, приправы. Все это замариновали на 20 минут. Хорошо перемешиваем. Получается вот такое у нас. Будет очень вкусно. Добавим помидоры, лук и картофель. Будем все готовить на оливковом масле.